Здравствуйте, меня зовут Адия, я из Казахстана, живу в городе Алматы. Я закончила Западно-Казахстанский государственный университет по специальности дизайнер. Но вот уже в течение 7 лет работаю мастером художественной татуировки. Моя нынешняя профессия непосредственно связана с рисованием. В прошлом году я принимала участие в конкурсе Golden Time Talent, и мои работы заняли 2 вторых и 1 третье место. В этом году я получила приглашение принять участие в гранд-финале. И, конечно, с удовольствием приняла его. Я занимаюсь рисованием с детства, с раннего возраста, всю жизнь. Сколько я себя помню. Для меня это часть моей жизни. Сегодня на конкурсе я представляю вам свою картину, которая называется «Из темноты».